Всем привет, с вами Crazy Stalker. Продолжаем прохождение мода True Stalker. Следовать месту пропажи Галушкина. Погнали. Пробежимся. Посмотрим, что нам там расскажут. Или что покажут. Стоять. Так, выпьем. Колодец какой-то. Опа. Стой и не дергайся, тварь. Ну что, допрыгался? Повышение захотел? Да кто ты вообще такой? Что ты сделал для долга? Я так понимаю, это мы смотрим за Галушкина, да? Да, долго, сын. Сказать о случившемся командиру. Ну, пойдем. Расскажем. Ты там еще где лазишь? Слушаю. Что выяснил что-то?
Кажется, у меня появилась для вас информация. Какая? Что удалось узнать? Более чем уверен, что ваш лагерь посещает призрак Галушкина, как бы странно это ни звучало. Я обследовал место пропажи вашего бойца и обнаружил там на дне колодца его труп. Судя по всему, его туда столкнули ваши подчиненные. Что за бред? Откуда такая уверенность? Там в лесу, в колодце, со мной что-то произошло. Я видел призрака, и он дал мне понять, что к чему. Бред. Хорошо, тогда сами вспомните, как к погибшему относились на заставе. Я, конечно, не психолог, но думается мне, что никто особо не был ему рад. Вы ему доверяли больше остальных, и многие думали, что он этого совсем не заслужил. Не слабо в это верится. Тогда сами спросите у Аверьянова, когда он со мной разговаривал, то явно нервничал. Ему точно есть что скрывать. Где он сейчас? Не знаю, должен быть здесь. Сбежал, я вам говорил. А вы мне все бред, бред. Все равно я не могу в это поверить. Неужели и правда все так? Он ведь моя правая рука, которая никогда еще не подводил. Не верю. Невиновный человек скрываться не будет. Верно, это объясняет, почему Стецурин ушел из долга, совесть замучила. Видно, не его одного. Что будете делать? Это тоже просто так. Этого тоже просто так отпустите? Нет, он должен понести наказание. Его КПК еще пеленгуется. Найди его. Признательность за это со стороны долга гарантирую. Постараюсь помочь. Не понял. И сюда. Лагерь в камнях. Нет. Ну, с той стороны надо, да? Ну да. Доложить об исчезновении Верьянова. Да.
Так. Так и не понял, что меня кто-то пострелял. Беготня, конечно, тут. Я весь внимание. Ну что, где Верьяна нашли? Все кончено, Верьяна мертв или нет. В любом случае, в нашем мире ее больше нет. Ваш погибший боец смог отомстить ему, даже несмотря на смерть. Короче, я не могу этого объяснить. Ну и чертовщина, в голове не укладывается. Ну ты дал, мужик. Спасибо тебе. Теперь, я надеюсь, нас не будет глючить каждую ночь. Ладно, забыли об этом. Пришло время рассчитаться с тобой. Есть у меня бакан старенький с обвесами. Есть хороший защитный шлем с парочкой неплохих апгрейдов. Ну или деньгами могу рассчитаться. Что выбираешь? Давай деньгами. 13 тысяч. А зря ты этих вещей отказался. Но дело твое. Еще раз благодарю за помощь. Бывай, командир. Так, что у нас там по заданию? Так, найти сталкера птички Немой, побывать на ЧАЭС, подождать, пока костыль освободится. Так, ладно, давайте сходим в бар. Да. Сталкер, дай аптечку, умоляю, ты как на территории бара оказался. Нечестивый. Какая разница там, кто тебя так отделал? Долгий сталкер и местный, дай аптечку. Что-то ты темнишь. Всё, блин. Ты его не грохнул часом! Он вырубился даже. Да не сдохнет. С этой пукалки только ворон сбивать. Ладно, тащим его в ангар. Только давай аккуратно, впереди долговский КПП. Алло, разработчики. Ну и что нам теперь с ним делать? Да ничего, забрать хабар и замести следы. У вас топор по башке получается, прихлопнуть, да? Его и выкинуть куда подальше. Не перегибаешь? Он очухается и поднимет тут всех на уши. Нам нужен этот кипиш? Да мы сейчас свалим, откуда пришли. Как забор перелезли, так и обратно залезем. Ты, кажется, забыл, ради чего мы это затеяли. Нам нужно больше хабара. С одного этого осла мы накопим себе только на пиво. Его грохнем, а через пару дней еще кого-то захапаем. Плохо это кончится, сука. Ой, плохо. Хватит ныть. За дело, берем бабло со шмотками и валим. Да, не думал здесь бандитов встретить. Что ж, придется разбираться. Вот сука! Мужики, это самое! Мужики, вы не стреляйте только! Бля, в натуре, не шмаляйте! Мы же можем договориться! В расход у меня пойдешь! Сталкер,
Не мы, не хрена. Ну что, оклемался сталкер? Вроде бы да, где я нахожусь, кто ты? Барный я, ты на территории завода «Росток» в баре. Тебя ко мне притащили ребята из долга, говорят, спасли от бандитов. Подробностей я не знаю, так что тебе лучше самому с ним поговорить. Они тут неподалеку обитают. Долго я провалялся в отключке. Где мои вещи? Чуть менее суток. У тебя на такое тяжелое ранение было. Не такое тяжелое ранение было. Так, пустяки, я приглядывал за тобой между заказами. Вещи твои у меня, держи. Я вам всем жизнью обязан. Что я могу сделать для тебя? Хватит вопросов, мне пока ничего не нужно, ты лучше со своими спасителями сходи, поговори, а мне нужно нас снова к привалку. Договорились, если что потребуется, раз буду помочь. Так, ага. Блин, артефакты. Так. Да, Пеп, подожди, а что у меня там стояло, я не помню. Так, плюс 6. Это огонь. Ага. Вот это. Ну, вроде все, да. А этот хлам у меня откуда? Телевизор. Юность, по-моему, называется. Эх, черт. Иди сюда. Так. Так, стоп. Это ж сайга. Какого хрена? Касса 3. Тут главное подтвердить. Так, все, да? Сейчас патронов, так, это что у нас? Ну все вроде. Так, сохранимся.
Проходи, не задерживайся. Ну, теперь правильно. Так. Девятого, да? С собой такие же. Ну что, как самочувствие? Уже намного лучше. Спасибо, вытащили меня. Случайно получилось, не поверишь. Я по малой нужде пошел за ангар и услышал обсуждение бандюков, а дальше ты уже знаешь. Всяко бывает. А что теперь с этими уродами? Они еще живы. Живы пока. Мы закрыли клетки на своей территории. Думаем, что с ними будем делать. Если не расстреляем, то как минимум отправим на арену. Будут там до самой смерти перестреливаться. Вот оно как. Арена, значит, та самая, где желающие бьются насмерть за деньги. Угу, хочешь, можешь попробовать и себя. На первый бой тебя точно никакого серьеза не поставят, ты точно справишься. Буду иметь в виду, что я могу сделать для вас. Вы меня, можно сказать, вытащили с того света. Так, да есть на самом деле пару дел, которые служба пока не позволяет сделать. Пару часов отдохнуть, только успеваю у костерка. Можешь в свободное время на свалку метнуться. Мой знакомый из Вольной хотел подогнать мне подарок на день рождения, а его в бар перестали пускать. Кто-то там в делах наших на заставе влез. И теперь его отстранили. С прошедшим тебя тогда. А знакомого твоего я знаю, кажется. Я про его дела на заставе тоже. И про дела его на заставе тоже. Мне Корвалов его кличут часом. Да, он самый трепать еще тот, блин. Тоже его вытащил как-то. Ну и сдружились. Но это уже другая история. Я ему передам, что ты придешь. Да не вопрос, заберу у него твой подарок. Где он обитает-то? Да у сталкеров пропивает найденные артефакты, как всегда. Годится, сбегаю до свалки, все равно у меня будет дельца там. Смертельным аномалиям, опасным мутантам, а также анархистам и бандитам. Опять на свалку, да? Офигеть. Иди своей дорогой, Сталк. Так. Пить хотим, да? Ну, задание перескочило.
Да нет, вроде. Дошёл, он уже свободен. Сейчас подойдет. Проходи только без глупости. Пропускай ты уже. Так. А ты еще кто такой? Не видел тебя здесь раньше. Если что надо купить, так покупай. Нет, чеши отсюда. Добрый день, я еще работаю. Надеюсь, вы сможете мне помочь. Еще один. Откуда такое вообще повелось? Что раз торговец, то у него сразу есть для вас работа. Я торговец, я не отдел кадров. Если интересует что-то, покупай. Если нет, то не задержишься. Работы я не даю. Тем более с залетным сталкером. Смотрю, вы не в духе. Так я вроде ясно выразился. Покупать будем чего? В другом месте закуплю всего доброго. Так, что у тебя тут? Так, гранат нема. Больше, в принципе, там мне ничего и не нужно. Так, патронов нет у тебя на винтовку. Патрон, ну что, сталкер, побрил тебя костыль? Типа того, злой он какой-то. С незнакомцем он обычно дел не имеет. Да сейчас не лучшее время, чтобы с ним знакомиться. Проблемы какие-то. И, судя по всему, очень серьезно. Видел людей, которые к нему приходили и, говорят, угрожали. Конкуренты? Да черт его знает. Но ты постой, у меня есть к тебе предложение. Оба останемся в выигрыше. Вместе немного заработаем, а ты еще и уважение от торговца получишь. Готов выслушать? Конечно, давай. На Газпроме обосновался один небольшой сталкерский клан. Вроде как они любители пошастать по подземках в поисках всякого барахла. Ничего интересного они обычно не находят. Но в одной из последних ходок удалось забыть какие-то уникальные документы. Естественно, объявилась куча покупателей. Костыль тоже предлагал хорошие деньги, но не договорились. А получить документы уж очень хочется. Я как-то пытался их умыкнуть, но меня спалили. Теперь туда дорога мне заказана. Может, ты попытаешься? Торговец будет доволен. Я деньги поделим. Да и репутацию в нашем лагере ты знатно повысишь. Что скажешь? Интересно, конечно, но как, по-твоему, я стащу у них кейс? Как я уже сказал, у меня ничего не вышло, однако я много там видел и предполагаю, что можно стащить документы. Во-первых, кейс у них в сейфе под кодовым замком. Во-вторых, у меня есть знакомый сталкер, который был знаком с несколькими мужиками из этого клана. Так вот, клан этот частично распался из-за какого-то конфликта. Часто часть сталкера ушла, причем ушли не какие-то шестерки, а опытные сталкеры. Понял, к чему я. Все они наверняка знали код, а мой знакомый как раз имеет дружбу с несколькими из них. Думаю, сомнения, что покинувший клан не шибко желает, чтобы у их бывших товарищей получилось хорошо загнать кейс и заработать. Я веду тебя со своим корешем, а там уж обсудите, согласен. Идея хорошая, я попробую. Мыслов, прием! Ты на свалке? Да-да, патрон, я тут. Ха, здорово! Я тебе сейчас сталкера пришлю. Растолкуй про наше дело. Годится? Понял. Сгодится.
разумеется. Все, я договорился, через шик мыслову. С ним все обсудите. Координаты уже у тебя. Понятно. Так, опять бежать к черту на куличке, мяч. Внимание, выдаю шутку юмора. Так. Как-то столкнулись в подземельях агропрома, кровосос и контролер. Кровосос. Я вообще туда верну. Буду не туда. Спасибо, дружище. Выручил меня. Одной ногой на том свете уже стоял. Ты от патрона, да? Ну да, любой бы на моем месте помог. Я от патрона. Что там насчет кейса? Но он тебя уже, кажется, посвятил, пророзвал клан. Отлично. Так вот, с несколькими из ушедших сталкеров я знаком. Думаю, что кто-то из них знает какой-то сейф. Хорошо, где искать их? С этим сложнее, связаться не смогу, но где они обычно ошиваются, знаю. Первый Митяй, друг моего брата покойно, дружили крепко. Собирались раньше, а как брата не стало, так и не виделись больше. Потом вышло так, что вместе в зоне оказались. Он прикнул к тому клану, а я подрабатывал у костыля. Был я недавно у них еще до распада. Так мне он рассказал, как они документы нашли. В тот же вечер еще с парой сталкеров из их лагеря познакомился. Выпили с ними, неплохие ребята. Так вот, все эти трое, еще несколько человек, покинули клан из-за каких-то разногласий. Как-то из них, кто-то из них точно знает код от сейфа. И я уверен, с радостью будет готов помочь. Крепко они поругались. Не будет для них выгодно, если их бывшие друзья документы смогут продать. А цена им очень высокая. В общем, Митяй сшивается где-то на агропроме. Еще двое. Хвост и Барин. Хвост обычно на свалке шасает, а Барин на кордон двинул. Ну ничего себе, искать каких-то знакомых мне людей. А что если они меня отправят куда подальше? Не переживай, не отправят, скажут, что от меня, а там дело техники. Ладно, спасибо, тогда я пошел. Давай удачи. Спасибо еще раз, что не дал померить. Ерунда. Встретиться со сталкерами. До встречи. Капец вот это, блин. Беготня просто жопа, блядь, какая-то. Я не то нажал. Ладно,
Да, мы залезем. Тут ничего интересного, да? Как всегда. И брать-то ничего. Так, что у нас дальше? Дальше. На Агропроме и Кордоне. Короче, это не он, да? Я так понимаю. Что, на кордон, что ли, идти, блядь? Беготня, блядь, уникальная. Нахрена они так сделали, я не понимаю, блядь. Может переиграть, может на какой-то другой метод. Ну давайте попробуем переиграть, может тут что найдем. Просто в другое место побежим искать. Новости, сталкер. Так. Я тут забегу. Да, вроде бы почти. Мужик, ты оружие таскаешь? Да пошел ты, блин, в жопу. Ну вот. Где-то там. Можно посмотреть, да?
Да уж. Хрен найдешь. Я уже побегал. Так, ладно, какое третье место? Сюда сходить еще посмотреть. Так, ладно, сейчас сюда сходим. Этот тварь тут стреляет, а не пойму. А это что такое? Дальше не пройти, да? Я понял. Ни трупов, ни обозначений, ничего.
Ладно, идемте туда. Круги пропали. Ладно, погнали, короче, на этот, на кордон. Ты оружие-то опусти, мужик. Да пошел ты. Так. На кордоне, наверное, место у черта на куличках. Это нычка. Так. На КП я подорвал на свалку, спрячу немного хабара. Начал рюкзак, мы скоро попросту не вижу таких нагрузок. Ладно, это ж надо тоже забрать.
Так. Что у нас тут, где искать? Ну, рядышком. Почти рядом. Ты кто такой? Боже, ты такой страшный. Это неинтересно. Так, мне надо наверх. Территория. Беготни, конечно, да. Ебаная мать. Что-нибудь попроще не могли? Задрал. О, трупик. Долго ли? Опа, это чё? Гром. Так, а что мы тут можем взять? Так, вот где-то заберем. А больше тут и брать-то нечего. О, теперь она тут долг делает. Ага. Значит, все-таки агропром. Понятно.
Опа. А ты кто такой? Все артефакты вынес, гаденушка. Ковать теперь будем с голой задницы. Ладно, двинем куда-нибудь в другое место. Повезет в другой раз. Это еще кто? Так. Нахрена, сука, бегать не делать? Я не понимаю, блядь. Слишком много беготни. Слушаю тебя. Так, а на агропром нам же сюда, да? Так, а тут еще неизведанная территория. На агропром, точно. Моя водичка зачем нужна? Так, ладно, на тоннель мы потом сходим. Все равно еще на свалке будем. Значит. Да ладно. Где что ли?
Так, перейдем на агропром. Так, ну что, дорогие друзья, я предлагаю в следующей части продолжить поиски. Наверное, на этом сегодня... 815, это база, как обстановка? Опа. База, это 815, и все тихо, проходим Боровик. Расчетное время прибытия 2 минуты. Буду у вас 815, посадку разрешаю. Понятно. Ладно, давайте встретимся тогда уже в следующей части моего видео. А на этом, наверное, все. Скорее всего, что тут мы найдем этого сталкера, и тут нам придется забрать документы с кейсом. Ну что, на этом все. Давайте увидимся в следующей части. Всем пока, с вами был Crazy Stalker.